Сегодня пятница, это значит, что мы в нашей волшебной лаборатории вновь проводим шоу экспериментов. Первый покажет нам эксперимент сегодня Настя. Сначала берем клей, наливаем столько, сколько там сказано. Столько, сколько есть в упаковке, да? Да. Угу. Потом добавляем пену для бритья. Перемешиваем. Пену для бритья раствором. То есть клей. От него с вами будет тянуться. Ты очень круто будешь дышать. Потом добавим контраститель. Носитель. С вами порозовел. Потом добавляем. Потом добавляем тетраборат натрия. Ого! Ничего себе. В любой аптеке продается, в любой. Абсолютно. Вот чуть-чуть, да, добавили? Чуть-чуть. Чтобы слайм получился тянучим. Он тогда получится. Эксперимент номер два. Смотрите. Я сейчас фломастером сделаю вот такие штрихи в каждом. Раскрываю. Меняется цвет. Посмотрите, ребят. Белым фломастером все меняется. Следующим покажет свой эксперимент Родион. Ребята, смотрите, как делается радуга. Радуга. Ну-ка, покажи нам. Стаканчик. Нам нужен стаканчик воды, да, Родион? Выливаем воду, да? Эксперимент от Вики. Этот эксперимент называется «Волка». Надо открыть зеленую полочку. Добавляем мыльный раствор. Перемешиваем. Берем лимонную кислоту. И добавляем. Ух ты! Это вулкан получился. Отлично, классно, умница. Вики.